пятницу в Самарской области будет пасмурная погода, местами пройдет небольшой снег. Дневная температура воздуха -4, -8, ночью 9-11, ниже 0. Ветер западного, юго-западного направления и скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, без осадков, днем -5, ночью до 9 мороза. Ветер западный, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде снега, днем -5, ночью 10 градусов ниже 0, ветер западный 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, но без осадков, температура днем 6 градусов ниже 0, ночью -10. Ветер юго-западного направления 2 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 75%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.